Расскажите, пожалуйста, о эпилепсии, как ее лечить. Вообще эпилепсия – это, как правило, сдвиг мозга в черепной коробке, которая передавливает сосуды. Из-за того, что кровь мало поступает, начинается нехватка и воздуха, ну, потому что там же мозг дышит через кровь, вот, и питательных веществ. И начинается, как бы, спазмируется мозг, а человек сам начинает, в общем-то, тоже спазмироваться мышцы. То есть они напрягаются, вот. Подучью, ну, как ее называли раньше, лечили достаточно просто. Вот брали, значит, полотенце, туго завязывали, ну, обхватывали его голову так, в кулак брали, ну, и, а перед этим мерили ниткой. То есть вот чертили, значит, здесь середину, вот, и на ушах верхние мочки, вот, верхние, вершину ушей этих до центра. Отсюда померят, и отсюда нитку померят, две нитки, да, ну и сравнивают по длине. Допустим, вот эта нитка длиннее, значит, у вас мозг смещен сюда. Вот вы берете вот это полотенце в кулак и бьете вот с этой стороны, то есть в большую сторону бьете. Ну и мозг смещается, потом снова меряете. Если он сместился нормально, ну значит вот все нормально, вы выправили эту подучи, больше не будет. Но у нас ведь не только вот в этом, ну у нас как бы вот смещение, да, сюда-сюда. Вот, у нас в этом положении тоже смещение происходит. Вот одно ухо выше, а другое ниже. Это говорит о том, что вот у нас сюда произошло. Вот выше, да. Но здесь померить сложно, да, насколько выше уха. Но вы просто тоже завязываете полотенце уже не вокруг лба, да, головы, не так вот, а вот так. И бьете в сторону, опять же, большего. Ухо, которое поднялось, вы в ту сторону бьете. Вот. Ну и вот таким вот образом вы можете тоже убрать подучью. Ну и есть еще. Вот когда у нас смещение мозга происходит или сюда, тоже возникает подучие. Но здесь сложнее. Тут надо знать, куда был удар. Обычно человек, когда падает вот спиной, да, и ударяется головой, у него мозг смещается вот в эту сторону. Так вот. Вот опять вы делаете, завязываете и бьете, ну, чтобы поднять мозг, как бы поставить на место. Но это вы должны знать, что он упал именно затылком, ударился. Вот, если он лбом ударился, значит, сюда у нас шел мозг. Значит, опять вы завязываете. Вот. Ну, можно завязывать вот так вот, да. Можно. И когда берете, бьете теперь сверху. Для того, чтобы мозг, значит, снизить. Ну, и смотрите, ушла подучая, не ушла. Ну, как правило, если ушла, то, в общем-то, ничего больше и не надо делать. У некоторых застарелая, когда падучая, да, там же пичкают всякими лекарствами, бесполезными причем. Вот. Хотя я знаю, там девочка одна, но ну, она народная целительница, она лечила кристаллами. Кристаллы, да, помогали. Люди выходили, особенно когда там падучая, она буквально каждый день, через сколько-то часов опять начинается, опять начинается. Вот она выводила из этого состояния кристаллами. Вот. Ну, она меня не записала к себе в ученики, поэтому я особо-то. Но я знаю, что она ставила на чакры эти кристаллы. Вот. Ну, методику я не знаю. Но знаю, что так тоже лечат. Именно народные целители. Ну, а в принципе, вот, как я вам рассказал, я это слышал от многих целителей, вот старого поколения. Как они лечат падучую. Поэтому применяя этот, их уже достаточно.